Друзья, интересуетесь темами спорта, отношений, развития личности, психологии и мотивации? Тогда обязательно подпишись на канал «Включай себя» и его автора Александра Василенко, где есть отличный обучающий и мотивационный контент. Ссылка в описании. Всем привет, друзья! Многие люди сталкиваются с такой проблемой, как мозоли. Они у всех есть, у турникменов особенно, ну и в качалке тоже у людей по-любому есть. Поэтому сегодня мы разберем те факты, которые помогут вам избавиться от мозолей, ну либо максимум их предотвратить. Итак, первое – это использование перчаток. Если вы не будете их использовать, то у вас они появятся по-любому. Так что используем перчатки, когда вы подтягиваетесь, либо там штангу жмете, либо что-то. Всегда используем перчатки. Они предотвратят появление мозолей, ну, либо по максимуму снизят риск возникновения мозолей. Следующее – это подтягивание на пальцах. Именно на пальцах люди обычно подтягиваются, смотрите как. Они берут, хватаются вот этим местом, вот так, тем самым делая складку, которая у них образует вот эти мозоли. То есть натирает турник наши руки, и тем самым кожа превращается в такую грубую, чтобы предотвратить порывы, да, разрывы. Поэтому смотрите, что мы делаем. Мы хватаемся вот так. У нас турник должен быть вот здесь. Вот таким вот образом. Это максимально снизит образование мозолей. Третье, для того, чтобы не возникали мозоли, ну, либо возникали, ну, по минимуму, вам нужно использовать толстый турник. Вот такой, либо еще толще. Когда вы используете толстый турник, то у вас нету, как бы, руке возможности, ну, крутиться, да, перекручиваться и там делать какие-то складки. Вы беретесь и просто, как бы, у вас турник получается, ну, в хвате таком, в мощном получается. Смотрите. Обхватываем. То есть уже у нас нету для рук такой возможности крутиться. То есть мы взяли и подтягиваемся. При этом нужно, конечно же, держаться за турник мощно, чтобы рука не крутилась, схватились за толстый турник, и у вас мозоли просто будут по минимуму, если вообще будут. Ну, в перчатках делайте. В итоге что у нас получается? Мы обязательно используем перчатки, обязательно, которые прорезиненные, которые не скользят, потому что если у вас будут скользящие перчатки, то все равно будут натираться руки. Используем перчатки. Следующее. Используем толстый турник, держимся крепко и стараемся подтягиваться на пальцах, а не вот на этих местах. То есть смотрите, как это происходит. Беремся сразу же не вот так, как обычно закидывают руку, а мы беремся сразу же пальцами, и не делая складок на наших руках, беремся пальцами и подтягиваемся. Тем самым вы еще разовьете свой хват. У вас будут крепкие пальцы. Итак, друзья, если у вас уже появились мозоли, как у меня, то вам обязательно нужно распарить руки в первую очередь, чтобы вот эта мертвая кожа сама по себе начала отслаиваться. Вторым шагом вам нужно взять щипчики, продезинфицировать их, чтобы никакие микробы не попали вам туда в кровь, если вдруг вы до крови случайно откусите себе кожу. Такое тоже бывает. Дезинфицируйте и потом отрезаете. И все будет у вас нормально. В любом случае вы должны понимать, что если вы занимаетесь в зале, либо на турнике и брусьях, то у вас в любом случае будут мозоли, но их можно минимизировать теми способами, которые я перечислил ранее. Поэтому, друзья, используйте эти советы, и вам они в жизни пригодятся. А так, спасибо за внимание, увидимся в следующем выпуске. Пока!